Всем привет! Перед вами аккумуляторный ударный гайковерт Ryobi RID1801M. Это компактный инструмент с высоким крутящим моментом – 220 ньютон-метр. Благодаря ему гайковерт справляется с прикипевшим и ржавым крепежом. Число оборотов регулируется для выполнения разноплановых задач. Максимальное число оборотов – 3200 в минуту. Число ударов – 3400 в минуту. Инструмент весит всего 1 кг 200 грамм. Пружинный патрон надежно удерживает биты. Для удобной работы корпус оснащен подсветкой и мягкими резиновыми накладками. Также есть встроенный магнит для компактного хранения бит и две сменные биты в комплекте. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят.